Здравствуй, Алексей. Сегодня второй игровой день. Расскажи, пожалуйста, с чем ты пришел? Какие у тебя игры сегодня были? Ну, наверное, ты уже знаешь, что у нас теперь были жесткие переигровки в группе с Сеном, с Братком и со мной. Но все получилось так, как вчера и хотел, ну, лучше в раскладе. Я вышел со второго места, я вышел с первого, Браток со второго. То есть, ну, главное, мы вышли вдвоем. Не явный фаворит Сен, который был вчера, сегодня все перевернулось с ног на голову. И мы сделали это, вышли вдвоем. Впервые, наверное, за всю историю вышел украинец и русский и украинский игрок с одной группой вдвоем. Да, наконец-то это было сделано. Пытались это сделать в 2007 году с Эксом, не выпустить Сторка. Потом был замут с Адвокатом в прошлом году, но не получилось. Расскажи, пожалуйста, вот как тебе удалось обыграть Братка и Сена? Ну, я просто играл по своим старым лучшим схемам. То есть ничего не менял, не придумывал. И просто по старой памяти их реализовал. Следующий тур у тебя был с поляком Ябой. Что ты можешь сказать об этих матчах? Ну, он хорошо, как бы, в принципе, играл. Но я, ну, как бы, был фаворитом и чувствовал себя уверенно. Но, к сожалению, первую игру проиграл просто от Алына банального, Черебрака, Пуш Гунов. А я пошел в Ривера, там, в сервера. Ну, как бы так получилось. Вторую игру я выиграл уверенно, а вот в третьей было у меня преимущество, я его потихоньку растерял. Играл, пересидел в обороне сильно и как бы перестраховался. И какая карта? Destination. И два раза поздно высылал армию для того, чтобы третий левый нижний экс защитить минеральный. Там узкий проход, юниты тормозили, кто выходит. Ну, в общем, криво все получилось. И потихоньку отдал инициативу и проиграл. Имея 3-2 апгрейды, я умудрился проиграть моему противнику, у которого было только 2 апгрейды. Ну, 2 на так. Ну, может, оно к лучшему, ведь все-таки практически понятно, что если бы ты прошел в следующую стадию, ты был бы двукратным четвертым местом, да? Скорее всего, да. Лучше уже остаться в топ-8, не остаться неудачником. Да, просто я знаю, что ты очень не хотел второй раз возвращаться на не пьедестал. А ты так следил еще вот за другими, за тиммейтами, я имею в виду там из украинской, из российских сборных, там, может, тебе какие-то матчи понравились, результаты? Ну, результаты не понравились СК и Форзы. Ну, Мим, прошу прощения, да, ребята. То есть, видно, играть могут лучше. Может, специально они, скорее всего, что, ну, специально они хотели показывать свою сильную игру. Ну и, конечно же, будем болеть за наших братьев славян, за всех, как бы. Есть потенциал, надо его реализовывать. Понятно, спасибо, удачи. Спасибо, да, давай, Брюс.